Nikon Coolpix L620 позиционируется как фотоаппарат для путешествий, обладающий широкими возможностями. Модель компактна и удобна. Камера может поместиться в кармане, а прорезиненная рукоять обеспечивает надежный хват. В качестве видоискателя и для просмотра отснятого используется 3-дюймовый дисплей с разрешением 460 тысяч точек. 18-мегапиксельная CMOS-матрица обеспечивает фотосъемку со скоростью 10 кадров в секунду и запись видео в формате Full HD. Объектив оснащен стабилизацией и 14-кратным зумом, при этом сфокусироваться можно, начиная с 10 мм. Также можно выбрать один из многочисленных режимов съемки и выполнить постобработку. Камера работает от двух батареек АА, которые входят в комплектацию вместе с кабелем и шнурком на руку. Nikon Coolpix L620 – это хорошо оснащенный небольшой аппарат, который будет необременительным в любой поездке.